Ты готова к поездке? Да, ребенок снова у нас готов к поездке. Сейчас опять будем путешествовать на дачу. Да, 2:35, конечно, маленький ребенок вот тут долго. Ну, тяжело, конечно, да. Будем сейчас развлекать. Да, Леоника? Будем ехать сейчас? Да, ой, да. Все. Мы почти готовы. Сейчас оденемся и помчалим. Ну все, едем в город Киржач. Там везде пробки. Навигатор показал, что ехать надо 30 километров. Где Балашка все стоит. Ехать 3,5 часа. Сейчас через город Киржач заедем за 2,5. 130 километров. Сегодня прям последний солнечный день. Со следующей недели начинаются дожди. Ребенок тут вообще, увидел радостный. Все. Берем еду, насыпаем в баночки овсяную кашку, чтобы не брать целые упаковки. Вот такие. Как на муку заводят. Да. Удобно, чтобы ноги не брать. Ну да, что там на один, на два раза. Разные кашки. Там памперсы, еда, все для ребеночка. Горячей воды, чтобы можно было помыть руки, ребеночка можно было помыть дороги. На 2,5 часа, думаю, сейчас ходит такая обратно, такая горяченькая. Сейчас немножко подостынет, через полчасика прям нормально будет мыть. Там есть холодная вода в машине, если что, можно разбавить. Просто будет обыкновенная бутылка воды. Вода всегда должна быть в машине. Руки помыть, мало чего произойдет. Обляпаем что-нибудь. Надели штанишки, кофточку с лисенком. Да? Эй, какая красивая. А то! Сегодня днем где-то 21-23. Ну, с утра сейчас холодно, плюс 10, плюс 12. Да, одеваем ребеночка. Взяли рюкзак. Это все прям ребенку. Тут берем комбез. Тоже хочешь на балкон? Время обед мы собрались, время уже 12 часов. Пора обратно возвращаться, мы еще туда. Да, уже обратно возвращаться. Но дело в том, что мы уже одеты, все, пошли жарко. Аду. И с левой стороны пробочка. Короче, нас ведет через Балашку. В Балашке нужно было, будет каким-то образом по городу обойти пробку. Каким-то волшебным способом. Ни разу там не ездил. Вот слева счастливцы, они просто стоят. Никуда не спешат, не едут. Им некуда спешить. А мы едем, кстати, по каким-то причинам. Да, впереди выходные у нас. Мы едем в субботу. Время уже 12. Мы сегодня вечером уже возвращаемся. Поэтому вначале мы доедем. Через 3 часа. 3 часа поводим и назад 3 часа. Короче, не знаю, зачем мы едем. А я знаю, зачем мы едем. Мы купили шашлык, мы его пожарим. Пожрем, с собой возьмем и обратно приедем. Только ради этого 6 часов потратить, чтобы шашлычка поесть. На природе. Эй, класс. Не, ну реально они счастливцы. Они вот едут там. В смысле, стоят они там. И ничего не делают. Сейчас мы тоже будем стоять. Уже едем 1:40. Стоим в пробке. Просто нереально долго. Мы еще в Балашке. Ну так мы едем по дорожке. Вот они в Балашке. Ребенок впереди к нам заснул.
в Балашихе. Ничего себе, пушки какие здесь. Могут расстрелять. 11 секунд здесь. Потому что они не идут. Как едем? Медленно едем. Светофор. А вот, собственно, этот и светофор. Пробки, смотри, как стоят. Чё творится-то? Что творится? Ё-моё! А смотри, стоят как. Ужас. Я думаю, они ночью тоже будут стоять. Всё, почти мы подъезжаем, едем 3 часа 20 минут. Опа. Угу. Рыбка играешь? Пока ты чем играешь тут с чем? Николай. Так, Большой играет с телефоном. Он спрятал сзади. Рыбка, да? Глазки у рыбки. Так, прожжёт дрова. Сейчас будем жарить шашлыки. Сейчас добавлю еще дров. Класс. Прям так щелкают. Так, кладем. Закидываем. Прям страшно щелкает. Помидорчики. Перчик. Да. Так, а здесь мы взяли шашлык маринованный. 2 килограмма. Всего стоит 640 рублей. Такой целый пакетич. Ребеночка. Да, как есть. Не, ну что такое-то? Почти, надо покушать. Так, мам, если сейчас блюванет. Запах от этой идет. Да, ну, что, развязался? Ты да, походу, да. Кто, по ходу дела, даже никто не завязывал. Тут слишком слабенько. Прогорели. Сейчас будем шашлык нанизывать. А тут шампура. Соль взял. Присыпать угли, чтобы огонь не горел. Ну все, насаживаю. Мясо начинается жарить. 3 шампура. Как вкусно-то выглядит? 2 килограмма.
А запах-то... Вот такой классный шашлычок получается. Сейчас буду есть. Катя устала. Катя скучно. А теперь мы едем домой. Просто жуть. Еще тут какая-то машина. Ночью по убитой разбитой дороге в лесу. Вообще никого нет. Нас не видно. Здесь есть. Это есть асфальта. Всем приятного отдыха. Подпишись на наш канал, гуляй по миру и получай новые интересные видео.